Итак, всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. На самом деле, как всегда, я Денис. И сегодня мы с вами сыграем в Майнкрафт. Мне очень плохо, я попал в эту деревню каким-то чудом. Я бомж, и никто не понимал, в той дальней деревне дом. И мне сказали, что здесь есть дом мажора, который может... О, яичко, которое можете обретить. Я пока что просто исследую границы. Это голем. Голем. Можно? Никого нет. Да и дом какой-то такой себе. Неужели заброшенный? Прикольно. Мой домик. Отлично. Только я не знаю. Давайте потом приверим, он точно бесплатный. Можно? Такой себе домик. Тем более там точно кто-то живет. Можно? Извините, жителя, можно у вас пожить? Житель, он спит. Это хорошо. Можно пока здесь посмотреть, что у него есть. Да, бедноватенький у него домик. Но это уже домик. Там уже мобы на улице, а я кушать очень сильно хочу. Житель, можно мне собрать немножко с огорода еды? Конечно. Спасибо, но хотя бы один житель мне отказал. Ура, свежая морковка. О, смотрите, еще какой-то домик. А, можно? Тут никого нет. Господи. Там кто-то. Ладно, давайте полежим. Потому что мне очень страшно. Пока хозяев нету дома, можно немножко... Ура! Как мне хорошо стало. Ой, как хорошо. Я так сильно выспался. Что это за ерунда была? Вот прям вот здесь. Пшени... Ой! Я ничего не вырывал, я ничего не знаю. Быстрее сваливаем. Фух. Также мне писали, что здесь есть какой-то заброшенный дом. Мне очень сильно показалось, что это и был именно тот, но я не знаю. Давайте посмотрим еще. Ну тут очень сильно. Ой! Ой-ой-ой! Вдруг это чей-то дом. Все, меня здесь не было. Вообще без дверей. Интересненько, интересненько. Можно? Блин, тут закрыто. А там есть сундучок. Открылось. Прикольно. Я бы хотел себе так много всего. Я ничего не делал, голем. Не надо меня убивать, ты понял? Ты понял? Я ничего плохого не делаю. Можно? Блин, тоже закрыто. Здесь все заперто, жители уже умерли. Смотрите, там какой-то житель. Можно? О, привет. Что это? Картографический стол. О! Что у тебя? Я у тебя ничего не трогал, ты понял? Не смотри на меня. О! Я уже подумал, я на что-то наступил. Все, братан. Тут плита есть? Все, все, я ухожу. Блин, он меня не решил пустить в дом. Можно? Блин. Можно? Меня пустили, спасибо, житель. Можно мне что? Что? Не, ничего, ничего. О, что это такое? Интересненько. Что? Я ничего у тебя не трогал, братан. О, и до свидания. Что? О, нет, все нормально тогда. О, май гад.
Прикольно, это же шоп! Здрасте. А что вам надо? Пустая карта. А у вас она стоит 1 изумруд. Спасибо, прикольно. У меня есть уже карта. А что этот продает так? Ой, еда! Торговля, торговля. О, хлебушка дали. Ура, я теперь не... Мамочки, подстанет меня нечистая сила. Давай потом поговорим, окей? Просто жесть! Сколько изумрудов! Это же жесть! Давайте теперь к нему зайдем. Можно? Спасибо. Можно у вас, пожалуйста, что-нибудь? Судочка. Например, сколько будет у вас стоить комната? Сколько? Ты... Ага, хорошо. Вот ваши 7 изумрудиков. Пожалуйста. Забирайте. Это уже не мое, поэтому вам это и забирать. Ну, житель, вот тебе 7 изумрудов. Я даже съедом с остатком дал. Все, спасибо. Ура, у меня есть уже компас. Я уже не буду таким ужасным пацаном. Ура! Ну, давайте поищем дом мажора. Интересно, точно не это было, это дом мажора. Можно? Нет, никого нет. О! Неужели это дом мажора? Вон сам. Можно? Спасибо. А за сколько вы придадите этот дом? Не-не-не-не-не, братан. Типа, вас надо купить. А, ну ладно, давайте я вас куплю. Ну, вы мне тогда скажите, сколько у вас будет стоить этот домик. Потому что мне это очень важно. Сколько у вас стоит дом, а? Ага. То есть, это не у вас надо покупать? О, хорошо. Вон там, значит, да? Угу. Все, спасибо. А есть у вас что-нибудь еще? Не, ничего. Ну ладно, до свидания. Блин. Вообще у него, конечно, домик. Жесть. А это ты... А, нет, это не тут. Он мне сказал, что продавец домов находится вроде бы в этом доме. Но тут его нет, значит, я ошибся домом. Неужели здесь? Не-не-не. Он сказал, где-то тот, кто делает карты. А кто делал карты-то? Может, кто-нибудь здесь? Нет, никого здесь нет. О! Житель. Может, он? Извините, можно? Это чужое. Нельзя это брать. Ай, стой, 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 стой! Братан! Ой. У меня сейчас гарем будет агриться! Полиция города Барбоскинов. Так, походу здесь. Здрасте. О, это вы продаете дом? Пора. Я умер. Блин. Как же больно. Моя нога. Кто меня убил? За что? Вот же противный кто-то. Вроде бы голем. Я ж так и знал. Все, отстанет меня. Ты мне полноги отрубил. Ой, ладно, здрасте, можно у вас дом? Пся. Стак и 16 изумрудов? Ладно, пожалуйста. Стак и 16. Он сказал, вот вам стак изумрудов. Так. Давай, забирай. Да блин, почему он не хочет ему скидываться? Вот вам стак изумрудов. И вот еще, сейчас я вам буду должен 16. Вот вам еще, опять я не докинул. 14, 15, 16. И вот вам еще 16 изумрудов.
Да блин, житель. Короче, держи 20. Я даже париться не буду. Так, это получается так и вот так. Вот, забирай. Все, отлично. Он сказал, что надо зайти к картографу. Он у нас вроде бы был где-то тут. И купить у него, короче, что-то. Так, он вроде бы здесь был, да? О, 8 изумрудов. О, братан, извини, что я у тебя украл 8 изумрудов, получи. Слушай, а можешь мне ключ дать? Мне просто его так и не дали. Ты можешь? Что ты там делаешь? Короче, вот твои 8 изумрудов. И дай мне, пожалуйста, ключ. Ключик. Вот он ключик, окей. Спасибо, братик, за ключ. Так, дом 37. Да, а вот и как раз таки дом наш 37. Давайте откроем его. О, прикольно. Он открылся. Фу, да блин, это же реальная помойка. Это за стак 16 продается. Ну, уже хоть что-то, дорогие друзья. Уже хоть что-то. Так, ключик мы с вами отложим вот сюда. Вот. Отличненько. У нас уже появился дом. Да неужели? Ладно, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. У нас с вами был Денис. Подписываемся на канал, ставьте лайки и ждите продолжения бомжа. Всем пока-пока.